Вас приветствует Алена Ариес. Ну, знаете, что же принесет вам четверг? А четверг принесет вам небольшие какие-то денежки. В целом, карта говорит о том, что вам лучше поэкономить. Ой, девочки, а еще четверг принесет вам какой-то праздник или какие-то очень радостные встречи. А кто-то из вас вполне возможно даже получит предложение о браке от вашего мужчины. Так, для кого-то возможно, простите, что ваше веселье, ваш праздник будет с какой-то женщиной. Может быть, с подругой куда-то пойдете или с родственницей. А может быть, у нее какое-то торжество, может быть, юбилей или день рождения. Женщина русая, русый оттенок волос от светлого до темного, с голубыми или зелеными глазами. Денежки, которые вы ждете покрупнее, они придут попозже. А здесь только небольшие денежки, или может быть пока вообще денег не будет именно в четверг. Да, они придут, но чуть позже. Нужно немножечко подождать. Так, еще, девочки, в четверг нужно будет заняться каким-то вопросом. Будете заниматься вопросом, связанным с документами, а также, может быть, судебными разбирательствами, юридическими вопросами или оформлением каких-то документов. Возможно, нужно будет еще какие-то документы донести, дооформить, там что-то еще сделать. Так, ну вот он и мужчина, собственно, светленький, рыжие или белокурые волосы, светлокарие или серые глаза, активный, целеустремленный, жизнерадостный, может быть седой. Вот. Вот с ним свидание, скорее всего, точно будет в четверг. Ну и женщина, может быть, вы с ней встретитесь, будете что-то отмечать, да, и мужчина тоже пригласит вас, да, четко с ним свидание, удовольствие будет, конечно же, да, то есть, да, я вижу встречу и с женщиной, и с мужчиной. Да, и возможно будете все вместе что-то отмечать или праздновать, или просто отдыхать. Вот, ну, в общем, четверг, особенно вечер, будет такой очень насыщенный. Вот, ну и днем тоже, учитывая, что придется, вернее, нужно будет предоставить какие-то документы. Может быть, что-то закончить по работе, может быть, какие-то отчеты. Вот. Это все четверг. Для записи на личную консультацию пишите на Viber, WhatsApp, Telegram по этому номеру. И, девочки, последний день сегодня скидки на большую книгу Таро, с которой вы реально станете предсказательницей прямо через 5 секунд после оплаты. 5 секунд будет идти к вам книга. Книга специально создана для того, чтобы на ней предсказывать. Причем даже легче предсказывать, если у вас нет колоды карт. С колодой карт тоже можно, тоже интересно. Вот, но без колоды карт даже легче. Ссылочка на книгу внизу в описании и в моем первом комментарии.